Первый пункт повестки об избрании на должность городского судьи Шамиля Сангулия предложил рассмотреть депутат Валерий Агарба. После непродолжительного обсуждения, в ходе которого претендент был протестирован на знание абхазского языка и кодекса Апсора, парламентарии провели процедуру тайного голосования. В результате кандидатура Сангулия была принята единогласно. Закон о несостоятельности банкротства разрабатывался по утверждению главы экономического комитета парламента Георгия Агарба для решения конкретных задач, в том числе и чтобы юридически прекратить существование предприятий, не работающих по факту. Данный закон направлен в первую очередь на защиту кредиторов. Мы этот вопрос широко обсуждали, привлекали и предприниматели, и банковское сообщество. Считаю, данный законопроект необходимо принять и прошу поддержать его и проголосовать. Данный законопроект депутаты приняли единогласно в третьем чтении. Поправки к законопроекту об актах гражданского состояния представил депутат Валерий Кварчия. Предложенные поправки к законопроекту обсуждались достаточно активно. Ряд депутатов выразил свое суждение уточняющего характера. В результате было принято решение доработать некоторые вопросы с тем, чтобы окончательно их утвердить. А на данный момент законопроект был принят в первом чтении. Валерий Кварчия также вынес на обсуждение проект постановления об административно-территориальных единицах Галского района и их наименования. Иными словами, было предложено переименовать 18 населенных пунктов, вернув им исконно абхазские названия. Известные в Грузии, и только в Грузии, в СССР, по его материалам и по моим материалам. Он записывал лет 60 тому назад, а я записывал перед войной еще, значит, в 80-е годы. Внутри этих сел сотни названий мигрейских, грузинских и частично абхазских тоже. Но речь идет о названиях сел, вот этих титульных территориях. Этот вопрос вызвал достаточно бурное обсуждение. Два депутата от Галского района, Ахра Квиклискири и Бижан Убирия, отстаивали противоположные точки зрения. Там до этого был лес, когда населенный пункт появился, после этого называется Отубайя. Это чисто историческое село. Почему мы меняем? Это не чисто грузинское. Бижан, Отубайя что означает? Отубайя... Бежан, Отубайя что означает? От это имя, бай это цветок, который перед Пасхой, как его собирают и вокруг дома, как его, и дома сыпят. Ты хочешь знать, что Отубайя это как его историческое название? Что ли, Бежан? Историческое территориальное название, при чем тут? Там сто раз, что? Какой цветок там рос? Это историческое название этого населенного места.
После достаточно эмоционального обсуждения депутаты проголосовали за принятие проекта постановления об изменении названий населенных пунктов Галского района. Также достаточно подробно депутаты обсудили проект постановления об аудиторе Нацбанка Абхазии по проведению внешнего аудита этого финансового учреждения за 2012 год. Сообщение на эту тему сделал депутат Артур Миквабия. Акт этой проверки. Тогда тоже мы устно это обсуждали, что нам дадут его посмотреть. Более того, я предлагал, чтобы нас ознакомили сам планом проверки аудиторской. Я хочу добавить, то, что происходит вообще у нас в экономике и в частности в банковском секторе, мы сегодня же с вами обсуждали. Сегодня представитель бюджетного комитета рассказал, а дебиторская, кредиторская, или для банка кредиторская, дебиторская задолженность. Мне трудно сказать и дать оценку квалификации аудиторов, но он же сам документ не читает. И в общем, вношу предложение за отказ представить документы, предупредить руководство банка, что они будут нести ответственность. Сколько раз можно это выпрашивать? Покажите сам акт аудиторской проверки. Есть постановление Кабинета министров Республики Абхазии, которое, в смысле, обязуется иметь собственные аудиторские компании. Ничего в этом плане не сделано. Хотя нам чуть ли не каждые полгода сообщают о том, что это будет сделано, и обязательно мы создадим собственные аудиторские компании. В ходе заседания парламентарии образовали рабочую группу во главе с Асланом Кубахием, которая будет разрабатывать закон о государственной службе Республики Абхазия. Балакварчи, Александр Чернов, Абаза ТВ.